Друзья, привет! Привет! Мы приехали на майские праздники на дачу. Будем по этой весне пахать дальше наш участок, засеивать газоном, переделывать грядки. Ну и что еще успеем? Все покажем. Абсолютно. Вот так вот наш газон начинает просыпаться. Нужно его будет причесать. Старую сухую траву, что немножечко осталось, убрать. Кое-где его нужно будет подсеять. Здесь еще он не проснулся. Ну, для этого мы уже подготовили. Есть у нас российский газончик. Есть у нас немецкий газончик. Элитный. И удобрения. Вика выбирает доски для своих грядок. Но мне нужна помощь. Ну что, понесли? Понесли. Бред. Ересь. Да. Мы купили плитку. Снимаю, как ты работаешь, а я отдыхаю. Я обзор снимаю. Ну вот, короче, мы тут оттесали доски. И сейчас Вика их будет красить. Конечно, кто же еще? Столько сил потрачено и денег на обработку этих досок, которые все равно сгниют. Они будут гнить красиво. Будем надеяться на это. Короче говоря, вот покрасили мы доски какими-то пропитками, всякими разными. Ну и, в общем, пусть они сохнут. А мы ждем, когда наша земля высохнет, чтобы можно было продолжить пахать. И соберем из этого грядки. Целую телегу сена я собрал с нашего газона. Надо было, конечно, осенью вообще под 0,00 подстригать. Но вот сейчас он немножечко проредился так. Я подсею, и все будет огонь. Так, прошло 2 дня. Газон уже начал сам восстанавливаться. Так что мои опасения были напрасны. Ну что ж, сейчас мы будем здесь все пахать. Вика доделывает последние работы подготовительные. Пашем здесь, чтобы засеять газоном. А вот здесь вот будут у нас грядки.
Короче говоря, не допахали мы. Сдох мотоблок. Оторвался у него трос на стартере. Разбирать времени нету. Да я, честно говоря, не знаю даже, как его делать сейчас. Надо новый покупать. Как-то так. Короче, поработав лопатой, я понял, что это не мое. И решил разобрать его, короче. В общем, сделал только хуже. Вернее, не смог собрать пружину в стартере. В общем, он теперь работает, только вручную надо назад засовывать шнур. Но я его завел. Ну вот промежуточный этап. Здесь его разровняли. И тропиночку уже Вика складывает. Че телиться-то? Ну, осталось вот здесь вот. До трактора. А тут вот у нас будут грядки. Приехали нам тут колодец чистить. Дай веревку. О, ведро мое. Эмалированное. Эмалированное. СССРовское. Ну, в общем, вчера мы доделали нашу тропинку. Вот она. И сейчас мы принимся за сборку наших грядок. Собрали мы грядку, как полагается, на черных саморезах. Да? Не везде. И на уголки. Мы тут сделали 6 грядок. И сейчас будем под них подготавливать земельку. Вика уже устала. И хочет на море. Но нет. Будем сажать редиску. Ну что, получились у нас такие грядки. Они все длиною 3 метра, в ширину, вот эти центральные 75, правильно я говорю, да? Да. А вот эти вот боковые по 90 сантиметров. Мы купили конское говно! И сейчас мы будем удобрять клубнику по написанной здесь рекомендации и сверху закрывать ее черным спанбондом. Вот такие получились у нас грядки.
Клубнику мы накрыли спанбондом, чтобы сорняки не росли. Мы еще докупим вот здесь, вот подсадим. Ну, а остальные грядки будем решать, что будем сажать. Вика там уже что-то напланировала. Да, и они будут обрабатываться по мере того, как будем сажать. Да. Пока что просто закидали землей здесь, от сорняков как смогли очистили. Ну вот, как-то так. На данный момент планируется, что вот на этой грядке будут огурцы, накрытые белым спанбондом, не пленкой. На этой кабачки удобренные. Здесь в моих мечтах еще одна грядка с клубникой и земляникой, но это как пойдет. Значит, здесь будет горошек зеленый. Все же любят зеленый горошек. А на этой салат и редис. Гриша любит редис. Я нет. Я тут подготовил и собрал сеялку ручную, механическую. Вот у нее здесь есть регулировка размера для семян или для удобрений. Такая универсальная штука. Сейчас вот загружу в нее семена и буду засеивать. Ну что, я засыпал я российских семян, и сейчас вот здесь вот все мы просыпем теми же семенами, что и у нас старый газон прошлогодний. А уже между грядок мы будем рассыпать элитный газон низкорослый, чтобы он не сильно рос. Его можно было легко косить, редко, и выглядело все это прекрасно. Итак, засадили мы здесь все газоном. Осталось только полить и ожидать. Между грядок мы посеяли партерный, низкорослый, английский, элитный, прекрасный, великолепный газонище. Посмотрим, как он себя покажет. Но действительно семена отличаются и по массе, и по внешнему виду. Так что ждем-с.